Сегодня вступил в силу республиканский закон, ограничивающий время розничной продажи алкогольной продукции на 4 часа. Также по новым правилам не допускается розничная продажа на автостанциях, в парках, местах массового отдыха граждан, а также в ларьках, киосках, палатках, павильонах и в других помещениях, не приспособленных для продажи данной продукции. Кроме того, спиртное нельзя продавать в помещениях, переведенных из жилого в нежилое и расположенных в многоквартирных домах, либо в помещениях, непосредственно примыкающих к многоквартирным домам. Напомним, что Верховный Урал Республики принял закон о государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции на территории Республики Тыва на октябрьском сессионном заседании. Кроме того, в Туве также спиртное не реализовывается по воскресеньям, а также каждую последнюю субботу месяца, который объявлен Республике Днем здорового образа жизни. До данного ограничения в республике продажа спиртного производилась с 11 до 19 часов. Теперь время продажи сокращено с 11 до 15 часов.